Свой последний влог я записывала, когда... Ну, не записывала, а выставляла в конце декабря. И говорила, что у нас тепло, плюс 10. Короче, сейчас уже начало января, и у нас конкретная зима. Просто намело кучу снега, и у нас сейчас минус 15. Завтра, послезавтра обещают минус 19, как-то так. Вот. И воздух достаточно сухой, и это очень классно. Вот такая зима мне нравится. Здесь очень чистый снег. В городе, конечно, отвратительно, потому что в городе все посыпают солью и песком, и это все смешивается в какую-то непонятную жижу, грязищу и так далее. Но тут очень красиво. Такие заснеженные елочки. Супер! Настроение хорошее, позитивное. Так что желаю всем хорошего дня и хорошего настроения. Кстати, получается так, что я очень часто в своих влогах говорю о погоде, но на самом деле, знаете, я такой человек, который... Ой, блин, плачет от холода. Я такой человек, который зависит, мое настроение реально зависит от погоды. Если хорошая погода, то у меня хорошее настроение. Если плохая погода, то у меня, короче, плохое настроение. А так как у нас 90% Латвии плохая погода, то значит, получается, у меня 90% плохое настроение. Ну, не знаю. Но я действительно такой человек, который очень сильно подвержен воздействию погоды. Кстати, напишите, пожалуйста, как вы. Влияет ли на вас погода или вам вообще все равно? Тучи, снег, гроза, солнце, мороз. А у вас все равно хорошее настроение. Сколько, кстати, очень. Но я купила себе новые такие зимние бутсы. Не знаю, как там видно, не видно. Такие на большой платформе и с зубчиками, чтобы не скользить. Так что все пучком. Привет! Сегодня я сейчас нахожусь на работе. Пытаюсь записать влог, если получится. Дело в том, что у нас сегодня не то, что корпоратив, короче, у нас партия, вечеринка в честь успешного завершения проекта. Вот, и так что, несмотря на то, что сегодня четверг, конечно, это не самый лучший, может быть, не самое лучшее время для вечеринки, потому что, если, например, вы работаете 5 дней в неделю, как я, хотя я в последнее время работала 7 дней в неделю, но тем не менее, то, конечно, в пятницу у вас есть время хотя бы на то, чтобы отдохнуть, время на то, чтобы выспаться и так далее, да, если это пятница на субботу. А если это с четверг на пятницу, то, конечно же, особо веселиться не придется. Но, ну как, неправда, это не так как-то звучит. Не то, что веселиться не придется, просто допоздна, наверное, не придется гулять. Вот, это будет какое-то новое место в Риге, в котором я еще ни разу не была. Я вот только-только закончила работу. В принципе, у меня вот такой абсолютно простой наряд дня. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Такое платье. Я его купила его в Англии. Подождите, у меня эта рука. Вообще не круто. Как же мне вам лучше его показать? Такие вот колготочки. Мне, кстати, нравятся очень такие колготки. Их покупаю в Риме больших. Они очень такие интересные. Они стоят в порядке где-то 4 евро. И они очень долго... Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Потому что бывает, иногда скажешь, что они долго длятся, и тут же они порвутся. Вот, я особо не вынаряживалась, ничего нового не покупала, потому что я сегодня работала, поэтому так. Но я на самом деле надеюсь, что будет очень интересно, что будет классная вечеринка. Ой, у меня там выскочило сообщение. И да, надеюсь, что получится что-нибудь для вас записать. Так что так. Хотя, знаете, обычно бывает так, что когда ты находишься на какой-то вечеринке, я вот сейчас тоже так думаю, пока я жду подружку... Сейчас еще нахожусь на работе, жду подружку, чтобы она за мной заехала. И мы тогда уже вместе поедем на вечеринку. Обычно, когда ты хочешь что-то записать, когда какой-то классный ивент, там вечеринка или что-то такое происходит, и если ты отдыхаешь реально, ну, у тебя такое интересное времяпрепровождение, ты хорошо проводишь время,
то как-то бывает так, что и не получается даже взять камеру, потому что когда вы там, например, разговариваете о чем-то или там, я не знаю, тосты поднимаете, фотографируете вместе, то бывают иногда такие моменты, что, знаете, даже как-то неуместно доставать там камеру или, ну, в данной ситуации еще на iPhone снимаю, доставать там телефон и фоткать или видео снимать, да, на телефон, потому что другие люди тоже как-то при этом, не все люди там хотят попадать в кадр и так далее и тому подобное, поэтому я, конечно же, не обещаю, что мне получится что-то записать, потому что, как последние тоже мои видео показывали, чем больше интереса какие-то события, ну, не то, что события, какие-то ивенты, да, чем более они интересны, чем более они насыщены, тем меньше вообще шансов получается что-то записать. Так что вот так. Ну, я, конечно, попробую. Попробую. Хочу сказать, I'll try my best. Короче, постараюсь сделать все, что от меня зависит.